Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Exhibit, Робби, Angry Panda, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта SCP, мы наставили очень много монстров SCP, скромников, чумных докторов, ну и разную нечисть. SCP, кушайте, приятного аппетита, а наша цель зачистить эту карту. Заведение. Очистить это заведение. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, а я включаю классных монстров. Давайте добьем. Остался 1000 подписчиков до миллиона. Всего-навсего. Дима, смотри, кабака какая-то здесь. Давай. Да, да, вижу. О, что дрожит все? Ого. Сам прописываю. Мне карта дрожит чуть-чуть. Это SCP так на нас колбасит. Знаешь, Харбас? Ага. А так должно быть? Да. О, меньше стало уже. О, все, я пошел наверх. Ого, там их. Где? Да, я пройду, посмотрю. О, мне это нравится, Серега. Ты что, псих, что ли? Да, есть немного. Отойдите, сейчас покажу. Давай, покажи, на что ты способен. Ого. Вот такие мне нравятся прохождилки, которые мы можем сами сделать сюжетку. А, Серега! Димас, ай. Меня сделали зомби! Вот, блин, погнали заново. Вот это жесть. Вы все выбежали, а я забаррикадировался с этим чумным доктором. Димас, я убил его. Да, и подожди. А где ты его убил? Вот я ему в голову только. Да на! Серега, ну ты вообще монстр какой-то, убийца. По трупам стреляете, а невозможно встать. Слышь, тут такой, давайте пацанам только оружие, они покажут как надо. Все как разошлись. Алкаши. Ну чё, погнали дальше? Да. Так. Здесь, в принципе, всё зачистить. Я даже боюсь идти вперед, но придется. Давайте, я самый смелый. Давай, мужик. Ого! Скромник стоит! Я свалю на всякий случай. Хочу посмотреть, как пацаны проиграют, если успеет. А он сейчас начнет мочить всех. Он не убивается так, да? Все. О, все, убили. Я подошел, когда у него было 1 хп и убил его. Там есть кто-то? Заходи, заходи вовнутрь, заходи. Все заходим. Ого, кто это такой? Манекен какой-то. Я нагибатель 2.0. Поехали дальше. Направо вроде бы нам. А, нет, мы отсюда пришли, да? По прямой. Димас, ты где? Я иду, пацаны. Я иду. Давайте Димаса дождемся, куда мы все уходим. Вы бежите, не спешите. Ого! Я вспомнил, пацаны, мне надо хлеба купить. Ай-яй-яй. Я сам под пулей залез. Убили? А, ого, да, он там раскорячился. Вот это дробаш! Вот это по нашему. Пойдет. Ты по ногам. Так, пацанов надо найти. О, надо в следующий раз будем записывать. Куда стоять? Надо будет свет отключить. Пацаны, я иду, ждите. Ты чё, умер? Да да, меня убил случайно, я под пули залез сам. А. Friendly fire. Пойдем сюда, Димас. Огонь по свадьбе. Тут кто-то есть, Серега, или нет? Походу, ну, слышишь? Спасибо тебе, это была подпись. Просто чумной доктор стоял и ждал меня. Еще одного убил. И еще... Ой, извини, обстоятельства. Я не хотел по тебе, реально. Да нормально, ну, че вы так психуете? Так, Серега, я лечу. Жди меня, вот я. Подожди, а где ты? А ну, постреляй. Вижу. Так, я тут спауны поставлю, если мы проиграем, чтобы мы отсюда начинали. Да. Далеко добираться, пацанам. Все.
Хлопцы, спаун стоит. А, это труп. Да, на всякий случай ему в голову стрельно. Давайте дробовичком все-таки постреляем тем. Очень бодрый. Я покажу, как надо вам. Ты умеешь что-то делать еще? А, ну да. Ого, там черепаха какая-то лазит красная. Вот это у меня классный дробовик. Мне нравится звук. Оцените звук. Сейчас. Нет, он там лазит. Все убили. Ого, они тут колба. Эй, мужик, ты сейчас труп меня убьет сейчас. Да что ты, дурак, что ли? Что это с ним? Серега, стой, не стреляй, ты меня убьешь. Отлично, продолжаем. Вот это его колбасы. Это что у него, конвульсии предсмертные? Да. Походу. Это все монстры, ребята, сбежали. Своих клеток, а мы их мочим. Разбежались по комплексу. Но я никого не наблюдаю. Тут нету никого. Одни трупы здесь. Выходим. Походу мы здесь всех убили. Да. Так, там спаун. Я его удалю. Сюда может? А, тут мы были. А тут мы не были. Там никого. Классный дробаш, звук просто шикарнейший у него. Чё, продолжаем. Ай, блин, меня что-то ударило. Кто бьет Сережку? Не знаю. Так, Серега, а куда нам дальше? Так. Не, Димас, мы. А вот эта дверь. А, она забаррикадирована. Идем сюда. Да что меня бьет? Ну, тоже. Может, тебя отравил кто-то? Нет. Нет? А, мы ж тут были. Так, я уже запутался. А что, у тебя жизнь не тратится? Ай, блин. Подождите, кого-то видите? А, это невидимый монстр нас бьет. Где он? Он меня бьет. Блин, он ко мне приколупался. Отвали, монстр вонючий. Больно. Ай. А че он бьет нас? Ах ты, блин, по башке попадете. Блин, какие-то неадекватные пацаны. Димас, его... я одел очки. Я вот. Продвигаемся. О, чумной доктор. Ой, этот, скромник. А там и чумной доктор. Надо валить сюда, подальше. Серега, возвращаемся чуть-чуть. Отступление тактическое. Убил. Закрывай. Убил. А, блин. Я это закрою, если что. Под затыльник мне даст, я думал. Если что, я закрою, я успею. Че, он бежит? А это, по-моему, да, заходите, дайте я убью его. А, нет, это труп. Мочите его по кругу, встаем и нагибаем его. Отлично, Димас замочил. А, это я. Ё-моё, извини. Я из-за твоего скина, блин, не могу. Так, стойте, я возьму другую оружку. Не-не-не, это наверное читерская будет. Давайте все это. О! Нет, гранатомет. Нет, это я, конечно, перегнул палку. Ого! Свет отключили! Прикольно, без света мне нравится, Серега. Только знаете, что? Я знаю. А, это не ты? А, вот тут, да, можно было отключить. Ну и нормально, пусть будет. Вторая фаза. Отключение света. Серега, они сюда пришли. Прощайте. Скромник, он меня сейчас убьет. Тихо, ребята. Заметит, прощайте. Это было очень такого, знаешь, крипово. О, я на спауне. Ой, так он на другом спауне я появился. Ингрипанда всех мочит. Я убил. Скромник. Так, я заблудился. Можете к себе тпхнуть? Да, конечно. Сейчас. Ты вообще фиг знает где, я в старом спауне появился. Да, оставь хоть что-то Димасу, а? Чёрт, его замочили за это, за то, что он умничает. Не понял. Давай, Серега, есть. Да кто там такой? Вот это дробаш. Да это мертвый, это трупейшн. Погнали. Ого, кто там?
Да тихо, хватит стрелять. Да Friendly Fire, вы дураки что ли? Это мы. Вообще монету, смотри, гасят и гасят нас. Ночной режим активирован успешно. Воу, с ночным режимом вообще эпичный. Мы что, всех замочили? Нет, не знаю. А я вас пикнирую. О! О! Сзади! Ах ты! Спасибо, Серега, что сказал, о чем чуть-чуть. Да ё-моё, да хватит ты мне на пули лезть. А, все, я умер. Ой, извини, в морду выстрелил, дробаша. Обстоятельства. Пацаны, я сейчас умру так. Они так хорошо карту знают. Да. Как будто восстали из мертвых, знаешь? Ага. Чумные доктора. Минус чумной. Нет, они пошли куда-то... Встает. Они куда-то пошли, наверное, в другое место. За кем-то, потому что они налево повернули. Туалет? Не-не-не, вот сюда. Вот он! Серега! Блин, кто-то меня зажал сзади. Офигеть. Ничего не видно. Ночной режим рулит. Оружие. Есть, да? Нет. А, надо еще ниже поехать. Вы на верхнем этаже. Я знаю, проверял. Видишь, тоже заметил? Что мы не на тот этаж приехали. Видишь, мы не тупенькие. Короче, надо запастись, наверное, гранатами, может, какими-то. Можно. А не, мы же там поубиваем друг друга. Так, Серега, мы внизу самом. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я тебя бросил. Ладно, шучу. А где ты, в лифте? Да. А, я улетел этот. Давайте, а кто там еще с нами? Никто не хочет с нами? Ладно, поехали вниз. Блин, да сыкотно. Наверх едем? Че? Не, я вниз спускаюсь, я буду вниз. Да тут монстр дебильный бегает, оранжевоголовый. Ух ты. Я умру сразу. Убьюсь. О, я на люстре сижу. Пацаны, давайте, кто ко мне? Помогите, выручите. Я на люстре. Я пробую замочить его. Ой, это вообще рахит какой-то был. Я его убил. Сережка, привет. Нормально ты монстра подставил. Пацаны, лифт сломался. Что делать? Лифт сломался, лети. Режим полета могу подрубить. А, все, уйди. Серега, погнали. А эту левую комнату? А, там никого нету. Точно? Ну посмотри. Блин, ну клип. Задержка вонючая. Стой. Не так работает. Вот же, смотри, тут дальше есть проходим. Ага. Так, я на самом деле. Серега, мы нормально с тобой дали? Да. Знаешь, до упора. Всю обойму, просто всю. Это было жестко. Поехали дальше. Хочу еще помочить кого-то. Дальше будет страшнее. А мы выживем? Не знаю. Давай исследуем комнаты. Может, что-то найдем. Никого. Здесь пусто. Попрятались. Но я там дальше слышу. Стой, а что направо? Ух ты! Ой, там были обычные ученые некоторые. А, нет, это зомби. Поливаю всех огнем. Пули летят, как с какого-то вертолета. Ого! Ой, патроны кончились. На. Стой, гранату кинул, пацаны, не заходите. Ого, они разлетелись. О, без ночного режима совсем плохо. Нормально. Не-не-не, я уже привык так, все хорошо, так, очень так видно. Никого, Серега, все чисто. Давай, пошли. Может еще? Ого! Рептилия. Он сожрал кого-то, не? Пытается меня съесть.
пиздец. Он как будто увеличивается. Надо в голову стрелять, просто в голову. Серега, сколько у него жизней? Не знаю. Ты что за говно? Да нет, Серега, какой-то бессмертный. Так, Серега, стойте. А чего, мы реально не можем убить или что? Это прикол какой-то. А, Димас, ну мне кажется, увеличился в размерах. Можем его дома. Ух ты! Ой, извини, Димас. Нормально жахнула, пойдет. И какие, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!